выйти и на Невский. Да, знаешь этот старый анекдот, как два одессита стоят под объявлением, приезжает Эйнштейн. Один спрашивает, а кто такой Эйнштейн? Он говорит, ну это человек, который разработал теорию относительности. А что такое теория относительности? Ну, как тебе объяснить? Один волос на голове это мало, а один волос в супе это много. Он говорит, ты что, с этими понтами он приехал в Одессу? Вот, так.